Своевременная работа акмолинских спасателей позволила снизить угрозу подтопления в 20 населенных пунктах и еще в 80 минимизировать риски, подверженных воздействию паводковых проявлений. В марте текущего года департаментом планируется проведение взрывных работ по ослаблению ледового покрытия и ликвидации ледяных заторов в 10 районах области на общей площади более 20 тысяч метров квадратных. Также будет производиться облет паводкоопасных территорий области. Объемы влагозапасов в бассейнах рек Исиль, Муэлдэ, Жабай, Калутон, Чаглинская и Селетэ ниже среднемноголетних значений от 2 до 30%. С января по март на водных акваториях специалистами областного филиала Казгидромет проводятся экспедиционные объезды. В первой декаде у нас ожидается 2-3-дневные колебания температуры, ночью от 10-15 до 50 мороза, днем от 3-8 мороза до минус 2-3 тепла. Осадки ожидаются преимущественно во второй половине декады. В третьей декаде мы уже ожидаем наступления весны. Будет постепенное повышение температур ночью до плюс 1 градуса, днем до плюс 5-10 градусов. Ожидаются осадки периодически в течение всей декады. Вместе с тем в апреле средняя за месяц температура воздуха у нас ожидается выше нормы на 1 градус на большей части области. Несмотря на утешительный гидрологический прогноз, темпы и объемы противопаводковых мероприятий не ослабляются. Впереди март, в течение которого возможно выпадение обильных осадков и резкое повышение температуры, что неблагоприятно скажется на прохождении паводка. Зарина Жунюсбекова, Марат Ахмеджанов, Кохчиахпарат.